Здравствуйте, друзья! Вы, наверное, обратили внимание, что наш макет электрического щитка состоит из автоматического выключателя и двух шинок, заземляющей и нулевой. Они укреплены на таком металлическом устройстве, которое называется динрейка. И они укреплены очень ненадежно и болтаются. Так, конечно же, не должно быть. И сегодня я вам все об этом расскажу. Так что же такое динрейка? Попробуем укрепить на нее наш автомат. У автоматических выключателей есть такие язычки-защелки. Вот. Автомат установлен, но он еще болтается. Попробуем разобраться, как работают наши ограничители. Как я уже говорил, у ограничителя есть длинненький выступ и короткий. Сначала мы заводим длинный выступ на динрейку. А потом немножечко сдвигаем назад. Таким образом, наш ограничитель при затягивании винта очень хорошо фиксируется на динрейке. Давайте посмотрим. Вот так, предположим, стоит наш автомат. Давайте посмотрим ограничитель другой конструкции. Точно так же заводим длинным кончиком и возвращаем немножечко назад. Возвращаем немножечко назад. И отверточкой затягиваем винтики. Вот и все. Таким образом, наш автоматический выключатель отлично зафиксировался на динрейке. Мы можем точно так же устанавливать и другие аппараты, те, которые предназначены для такого крепления. Теперь посмотрим, как это все выглядит на нашем стенде. Начнем устанавливать наши ограничители. Как я уже и говорил, заводим сначала длинной стороной на динрейку, опускаем короткую и отводим в сторону длинной. И в таком положении и затягиваем ограничительный винт. Все. Наш ограничитель надежно встал на динрейку, и наше устройство отлично прижалось к нему. Точно таким же образом мы будем и устанавливать второй ограничитель. Обратите внимание, первый ограничитель мы установили вот этой планкой в сторону вправо, а второй мы будем устанавливать ограничительной планкой влево. Точно так же. Таким образом наше устройство отлично зажмется. Так мы сделаем и все остальные. Ну вот и все. Наши ограничители установлены, наши все устройства отлично зафиксированы и никогда не сдвинутся и не упадут. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До свидания.